Здравствуйте, дорогие угличане! Ну что, зимы так и нет. 19 декабря был Никола зимний, а в народе говорили, что подошел бы Николин день, а зима будет. Но видите, декабрь прошел, январь уже приближается к середине. Уже по календарю фенологическому, по календарю природному должна быть сейчас, должен быть разгар зимы, январь. А на самом деле даже перед зимой-то как такового не было. Вот. Поэтому мы все-таки такой возможностью воспользуемся. И как вот в сказке Маршака, Самуила Маршака, 12 месяцев пойдем в лес и что-то увидим такое, чего зимой-то вообще-то нам никогда и не увидеть. Вот. То есть мы снова с вами обращаемся к растениям, пока снега до большого нет. И расскажу я вам уже об уже знакомом вам лесном растении. О нем мы как-то в одной из последних передач говорили. Об артилии однобокой. Так мы там вскользь в конце передачи говорили, называли ее ромишей. Почему ромишей, я потом в конце скажу немножечко. Давайте-ка мы сейчас будем называть ее артилия. Артилия однобокая. Вот она перед вами, это кочечка. Это куртинка в основании вот этой ели. Такими зелеными кустиками, зеленолистыми, с крупными листочками. Листья похожи на грушу. Кстати, семейство грушанковых, в народе не зря, помните, сто раз я говорил, что грушанка, есть грушанки еще, кроме артилии, грушанка прозывали, потому что листья, в отличие от яблони, они блестящие, голые, неопушенные, поэтому, конечно же, народ так и окрестил. Грушанка, а уже ботаники семейства грушанковых, а это артилия. Артилия тоже относится к семейству грушанковых. И Карл Линней, известный ученый, шведский естествоиспытатель, впервые ее описавшим, назвал ее грушанкой однобокой. То есть только сейчас она стала так называться, артилия. Вот такое вступление. А теперь, почему я решил показать, в общем-то, в целом-то, не только из-за того, что она сейчас зеленая, но еще по другой причине. Вот перед вами видны остатки цветоносов с плодами, с коробочками сухими. Вот это одно, второе, третье, много, около 10 стеблей здесь, так? Это высохшие цветоносы, на них цветы, летом были цветы зеленовато-желтые, они отцвели, образовались коробочки, а в них была масса семян. Конечно, все эти семена уже высыпались. Так вот, семена – это как раз способ размножения этого растения семенной, он уникальный. Вообще у всех грушанковых и у вересковых, вы знаете, вереск, мы же о нем говорили, вот он, веточку вереска я вам еще раз покажу. Вот. У них у всех семена прорастают только при участии гриба почвенного, микоризы, с помощью микоризы, при содружестве или в соседстве с микоризой. Если гриб рядом будет, то и семечко малюсенькое прорастет. А семя очень мелкое, оно без семядолей, как у обычных растений, только зародыш семечка, почти без эндосперма, без питательных веществ, так? Вот, и чтобы прорасти, ему нужно, конечно, какое-то содействие. Вот гриб и помогает, как я уже раньше говорил, и сейчас повторяю. Вот. На стебле вот таких коробочек семенных от 10 до 18, где-то, а в среднем получается ближе к 11, около 11. В каждой коробочке до 500 семян, вот какие они мелкие, от 150 до 500. Вот эти мелкие семена, когда созреют, высыпаются, вот, и током воздуха, который под пологом леса всегда имеется, под деревьями, куда-то подальше распространяется и там где-то оседает. Точно похоже на пыльцу растений, до того они легкие. С трудом прорастает семя артилии и с трудом потом вырастает, долго растет. Где-то только на второй год из этого семечка малюсенько получается проросток, растет с маленьким листочком, с зародышем листочка, с прообразом листочка. Потом этот где-то спустя два года листочек появляется на поверхности почвы, подстилки, образуется стебель, лежащий, восходящий от поверхности земли. И потом же, где-то на 4-5 год, только возникает, образуется цветонос. Вот. Стрелка цветочная, цветы, растение цветет и плодоносит. На 4-5 год. Это и семечко. А если... кроме семенного размножения, это растение еще вегетативное. С помощью корневищ. Под землей большущие длинные корневища развиваются. Очень длинные. Вот. Так вот, на корневищах тоже закладывается почка. А в ней зародыш
в зачатке уже в каком-то в исходном состоянии цветущий будущий цветонос вместе с бутонами. Он закладывается весной накануне, за год до цветения, где-то в мае прошлого года он уже был заложен на корневище, эта почка. А вот весной эта почка появится на поверхности, из нее разобьется стебель, будут появиться цветы, и произойдет цветение уже вегетативное. Вот насколько длительный процесс развития у этого растения. И все грушанговые так, они растут в хвойных лесах наших, в тайге, в зоне тайги. Они этим отличаются. Очень изысканное, очень тонкое размножение. Вот это артилия однобокая. Но я не сказал, почему однобокая, потому что все цветы находятся по одной стороне стебля. Дело в том, что слово артилия, родовое название растения, появилось раньше, чем слово рамиши, название рамиши. Артилия ботаники ввели в 1840 году, название рода этих растений. А рамиша появилась в 1858 году, название. Американский ботаник дал название такое рамиши. Вот. Ну, потом, когда ботаники разобрались в последнее время, решили, что давайте-ка дадим самое первое название. То есть приоритетное название. Право приоритета здесь соблюдается. Вот отсюда и пошло уже артилия. Хотя это равноценно, что артилия, что рамишия. Это просто нужно знать. Это растение лекарственное. Так-то особо-то об этом вот сведений не найдете в книгах справочника лекарства. Но в одном месте я в книге известного алтайского ботаника, специалиста по лекарственным растениям, обнаружил, что рамишия однобокое растение лекарственное. Применяется в народе, как это, видимо, сибиряками, алтайцами, как мочегонное. Раз. Потом как противовоспалительное средство, допустим, при воспалении горла и других воспалительных процессах. И как противосудорожное при эпилепсиях. Вот такое растение –